дальше. Там отель. Нифига себе, что я взяла. Что ты сделала? Да-да. Уровень спять не сказала, 100 ПДК. Мне же интересно стало. Ну, блин, зачем вы это так мутите? Поиск отдадим. Даю войск. Ты тут, Слипи? У тебя есть очки. Есть ЕП, есть ГП. ГП делишь на ГП, получаешь свой ПР. У тебя в заметке пишет, сколько до чего. С руля, если поделить его значение на ЕП на ГП, был выше тебя по ПР. Поэтому он забрал вещь. Вот и все. Делается для того, чтобы видеть, кому эта вещь нужна. Это недоскональная система лута. Она это консул лут. А в консуле что там? А там войд забирает все себе. По скилу раздается шмот. Например, вот, например, есть ДК, который дамажит 18 кдпс, есть машуленька, которая дамажит 12 кдпс. Это сравнение только, без обид. И, например, ДК сделал квесты позднее, но он дамажит больше, то по консулу луту ему осколки идут в приоритет, потому что он приносит рейду больше пользы, чем машуленька. Понимаешь? Ну, понятно, пример. Лапу дайте. Но все равно консул лут, там какой-то человек за это отвечает, кто типа смотрит. Да, там есть, там, ну, типа, там есть два человека или три, которые всегда должны быть в рейде, ну, и раздавать это всю параш. Поэтому она и идеально, и нет, потому что, блин, надо быть во всех рейдах. Ну, не типа как советники такие. Тыркните на стол. Так, кулак дайте. Так, как судьи такие, да, как присяжные, приговор выносят. Давайте чек. Слава богу, что ты, Слава, не наш судья. Кулак поваром. Кулак, дайте повару. Статинга готов. Саша сразу бы пипец пришел бы. Гемеопатия готов? Носок. Ты тут? Все, все готовы, запускай. Помнишь фильм? Судья Войт. Судья Войт. Неразумные решения. Даже страшно. Сбежали с фактом. Мы смотрим. Не Эрл Грей. Как там сбежались?
и не смотрим. Паренька, веди. Смотрим пакт, сбежались. Что уже так разлились от три полоски, вспомнил этот клип «Три полоски». Боже. Не говорили. Батя, на следующую лужу дашь антифир. Как сбежались? Тифер на тирант. А там что, только один ретрик у нас? Нихуя себе, а что там? Демон. Тирант так разбил. Представление. Специально для танков, да? Метку нарисовал, где стоять примерно танк. Нима Джонс. Фибрилляция, давай, Гер. С фактом. Убивайте вас. Воеватель упал. Рольте стену. А это сколько которых человек укусило, я смотрю, да? Ну, это мёрзлая стена, ледяной цитадель. Завоевать. Ну это да, надо так умудриться. Капец, прыгнул и через стенку. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Парни, вы не поверите, я попал у Синдры. Ну тогда красавчик. Хотите заагрить? Во, могу заагрить давай, Синдру сейчас. Хуяри, пока там мы придем уже на меча, потом пойдем. Засмойте, пожалуйста, мне тут страшно. Выманите их сюда, и мы им поможем. Спекнис, пожалуйста, в арту за спекнис. Да, звездочку бейте всех. Все арты, да, бьют звездочку.
иди. Блин, зачем вы сагрили вас без страшного? На приколе или чё? Звездочку лещи, бейте, РДД. Квадрат. Ну, добили, бейте квадрат. Звездочку все бейте звездочку, она уешь. После звездочки квадрат. Щита звездочки заиграем. Бейте квадрат. Трэш, я еще вдал резко мотнусь. Снять, когда убьет его. Один не потом Поднимитесь туда, поставьте шкаф, суманите меня, пожалуйста. Сейчас дефенериди, да, похилим. Гейт, фибрилляция, гутербол и реневал хилят вальку. Супер друид, деца на рейде. Меня хилит вальку. Спасибо. Ставь, пожалуйста, метку за тем летать. Поставил. Суманите меня, пожалуйста. Быстро захилить эту вальку.
Эбола DC-6-4 пойдет в любое целка. Как же ваши гильдии от Jiggers Creepers? Дайте шкаф. Шкаф, орки. Этого дракона можно изучить только на 300%? Ясно, короче. Мне эти джанцы, походу, не видать на дракона. Меня тоже засмоть. Локи АФКшит, давайте расход сделаем. Пойдем спать. Локи АФКшит. Сейчас я ГП накину резко. Какие локи АФКшит? Все два? Да нет, сейчас умрем. Как быстренько Симон-то прилетел. Мне показывает, что тиранин рядом стоит, но он не в нашей мысли. Так, кстати. Может, у него КД спало? Не, вряд ли. А, вот. А, это же он улетел. Да, это еще раз чек. Быстренько захиливаем Валю. Все готовы? Дайте. Погнали. Погнали. Давление, объем не забываем. Ничего, вы уменьшаете, мы же ачивку не делаем. А чё Лок, Кортес, АФК следует за мной? В туалет отошёл. Тресни мушек. Давление убейте. Вот это тема не ставите на косту. Стоим не по супер дру, а ты резни экстримку. Неправильно стоят. Когда мы выходим из комнаты, я всегда отправляю. Тресни мушеку, пожалуйста. А где он? Слева. Ты найди по карте. Слева. Не знаю, где он. Слева. Я протопал прыгать. Ну что, сбивайте волдырным костей, сбиваются. Вроде вроде пинком сбивают, вары зуботычные, ТК этим убили. Заморозка. Бля, не бейте слева, справа. Мили убил. А ты что не знаешь, что такое на пул? КД был. Выйдите, можете раздавать уже дохилить. Быть просто усиленно танчил большого, поэтому не видел больше ничего. Это, наверное, специально для тебя. Может быть. Давай. Кто тебя убил? Давайте, рост. Даже не знаю. Хиливайте так. Чем хилит этот синдром? Ну окей. Ну, резко. Берите квест, рекун. Сразу квест берите, чтобы потом не бегать. Рольте сапо... Бля.
Сапог надо кому-то. Мага, грудь. Батыду на трэш пошу. Он нахера ты встал, я тебя поднял. Я не помню, я только с этого босса. Тише, я вчера падал с леди. Сламы. Дайте шкаф, сумните картас. Еще с воскресенья лестница, его тоже нужно будет сумануть. До воскресенья сумануть. Чё, Копар, ты тут? Да. Ну а чё не запускается эта хрень? Да чё, я и вышел. А, всё. Давайте бейте трэш. Моровинт, возьми... А, ты уже вызвал дурака. Ты побежал направо, да? Я побегу налево. Дурак. Всё, давайте. Сейчас будет куча трэш. Интересники, Эрл Грей. Эти иные. Только хребтохруста не это. Не агрить. Только иные объем.
агрите ину, я танки одевайте сразу в фрост шмот, не агрите его, не агрите. Не агрите. В смысле, что будем как бомжи вот это бить дракона, а потом пулить босса? Фибрилляция, супердру, супердру, воскресенье. Бейте тут внизу, мы будем сразу пулить босса. А не поднимайся наверх, мы будем сразу лупить босса. Вниз, сюда он должен идти, этот дракон. Босса стоит. Краску пороги. Зал с черным хлебом, и хай москали завидует. Сейчас я, короче, приду. Хоть пожрал, успел. Усиливаемся. Собираем все квадрат. Там... Блин, сами пожрёшь, то, блин, обычка, кто хера. Потом, блин, ещё и резки. Опять как на работу ходишь. Дайте лапу. Придру, дай лапу, пора иду, акма, пуляй. Хил, хилит осторожно. Смотрим, сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги. Бежать. Супердру, рез не реневал. Придру, есть БР, рейс не реневал. Хлопайте в рейд. Я резну, на мне метка. Что? Я говорю, резну, на мне метка. Я говорил еще до метки, слева падает. Метки до 200 тысяч, опять слева падает. Право падает. Справа падает далеко. Разбиваем метки. Эти босс. Смотрим, сейчас притяжка будет. Беги, малышка, мы убежали беги. Все. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти живет? Хила хилит. Смотрим, взлетел. Смотрим, синдром метки. Экстрим, коваринга, фибрилляция, эрграйс, усплятин. Метки до 200 тысяч будете подбивать. Отлично, смотрим. Пацан. Смотрим, слева, близко. Звездочку бейте, по центру падает. Стоп по меткам, стоп по меткам. В глыбе справа падает. Убивай.
мелкая магия теперь бессильна! Хотел хилить, нормально. Смотрим, сейчас притянет. Беги, малыш! Убежал. В сторону давайте, Гер. В сторону. Да, в сторону. Когда разбили его. Где не хлопать. Еще его под босса. Следующие зубы дашь? Суслятине зубы. Мирики ушли. Эту метку не разбиваю. Разбиваю. Холод, смотрю, метка. Следующая под босс. Под босса ушли мирики. И ушли. Разбивайте. Смотрю, метку. Под босса метка идет. Под босс. Тиран, под босса мирики ушли. Следующая будет идти в сторону. В сторону, наверное, тогда будете разбивать. В сторону лысый пенек. Еще я под босс. Под босса мирики ушли. Скидывайте стак и будет притяжка. Гайте в холод. Добивайте метку в следующую сторону и добивайте босса. Слышите на сторону. Чем босс. Алик упал. Да. Ролики талисман. Какой дамаг на Синре, покажите. Меня выкинуло. Руля забирал катушку, да, в рейде? Так вот и неправильный, Ваня. С руля катушку забирал или что? Или слипи забирал? Кто забирал катушку, я не помню. С руля. С руля. С руля забирала катушку, да? Слипи какой-то. Завоеватель, Геральт. Завоеватель Гер Морол. Бля. Идите на лича. С ума не типала. А что в этом такого? В рейде просто не надо никому. Чё вы всегда удивляетесь, я не понимаю.
ничего. Подрубал гейт супер другими апатия хилы, все остальные в ДД. Милики бегают за квадратом, а РДД бегают за звездочкой. А где господин Хилика? Что-то он прессов одел, что ли? Ну, кинки, пожалуйста, за инсту. Есть какой-то общий дамаг за инсту? Да, есть сейчас. Кстати, шкаф. Слетим на 750 ЕП получаю. Прикольно. А чё вот ДД получают, хилы и танки нихуя не получают? Ну ты отними сразу, у него 9 лямов. Ты учти, что там Олег спрятался, например, на Вальке. Я не бил Синдру, не бил Тухлова и чё там ещё. Ну да, и трэш на Вальке не бил, это 9 лямов, короче. Даже скилловый рейтинг не перегонит никогда скиллового мага. Если они не будут их окашить. Я перегоню. Купили нати. Один человек на готовность. Стрим как раз. Фит, дай, пожалуйста, шкаф. Идем с ума. Поставьте тут тему, где сейчас шкаф стоит. Давайте, чек. Еще раз, РДД за звездочкой, милики за квадратом, чему диспелит гемеопат. Слип и Акма, вы готовы? По станам, че? Готовы, еще раз. Кстати, к нам камнуи. Первая волна валик. Актуал Глы станет кружочек, Реневал станет ромбик, Фьора станет... Подожди, Фьора станет трусы. Вторая волна валик, Войд станет кружочек, Экстримка станет ромбик и Машека станет трусы. Третья волна валик, те, кто станет первую. Понял? Или нет? Нихуя не понял, ну ладно. Еще раз, актуал Глы, первая волна валик, кружочек, Реневал ромбик, Фьора треугольник. Вторая волна валик, Войд. Кружочек, Экстримка, ромбик и Машека, треугольник. Все. Я знаю, пусть все откатывается. Проверим скилл ретриков. Да будет так. Герои в атаку! Погнали. Вордулак. Сюда, милики, стоим. Посмотрим. Секунду. Он супер друг. Испал. Милики, квадрат. Сел квадрат, речь. Пенек красава. Дальше. Он, наверное, вылетел. Он не улетел. Да-да, Америки стоим. Пенек, ты тут пришли. Чума слип, иди спал. Пушку смотрим. Да-да, проводи Америков тоже. Проводи миликов. Да он какая-то
Вот он ушел. Смотрим. РДД перебежали, миликов тоже проводи. Ликун чума. Ликун, ну что это за херня? А чё я бежал? Поднимайте Виталикуна РДД. Ты не выбегаешь, чумой. Я выбегал. Вы не диспелили. Диспела не было. Далеко просто был. Диспель сразу, на 3 секунды, нет, как умрёт. По ловушке смотрим чума. Шаркочек, отойдите, блядь, что вы там делаете? Чума в рейд пошла. Иисус, глядя на диспел, все, давайте на край. На край. Не должен оставаться ни один шаркающий в рейде. Бьем. Да. Прихода не должно быть ни одного шаркаря. Давай гимн я поставил потом. Гимн с руля. Даю. Пуха на пуль. Эрл Грей этого. Духа Машака на пуле. Первый бейте шика. Давайте духа сферу добейте. Его подрать их стань. Я вторая четверка на кружок, да? Да-да. Давай, Air Grey, ставь в ловушку. Один лок. Бьем. Две вали. Да, бейте ромбик. Чума. Чума, сквернение. Выбежали со сквернения. Ира, пиздец как хуёво. Пиздец, это пиздец как хуёво сейчас было. Пейте лича, дайте Геру. Это замечание, не попадание ко мне в рейли. Вот это уже бабафок. Тривали, осквернение вперед лича выносится, вперед лича. Осквернение на Акма как раз. Бьем всех трех валь. Всех трех валь. Дайте гнев, гнев, гнев. Обику заиграть. Ча, бей. Осквернение на краю, оставайся. И лужу под лича, сквернение притвориться мертвым, ставь себе квадрат. Отстали. Чак от каток хантовский. Три вали бьем. Бьем все три вали. Меня схватили, не могу застанить. Какую? Какую? Треугольник. Печенька тоже. Треугольник, да, и стан по треугольник. Да. Сквернение, разойдитесь. Даю мне. Давайте гнев по кружочку и ромбику. Осквернение от Грейд притворится мертвым. Эти лича. Квадрат стали. Давайте стоим. Тут вали. Смотрим, осквернение после вали. Две вали. Бьем, бьем валь. Смотрим оскорение. Не залить осквернение. Должен был станить. Не вал. В ромбике. Все по кружку. Протопал в ромбике. Ромбик, все в ромбик, все в ромбик.
на краю оставляешь? Проценты на краю стоим. Краю. На пулевую первого, третьего, хан второго, четвертого на пулевую. Маскирование сейчас будете залейте. Маскирование. Так, не хотел ставить кружок, но пришлось. Ставим себе квадрат, на край заходим. Им споешь с руля сейчас на ман духа. Бьем. И сейчас нового духа, что вылезет, нового духа бейте. Провокливайте. Серые идут, добейте. Духа бейте. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Бегаем за квадратик. Выйдем с комнаты, все РДД сыграет в духа. Милики, можете бить лича. Ставлю квадрат в квадрат. Кликните на ХП, пожалуйста. За угол забежали. Двинули, стали тут. За угол забежали. Двинулись дальше. Сюда стали. Дальше двинулись. Стали тут. Дальше проходим, стали тут. Дальше тут стали. И тут и до конца стоим. Выход. РДД духа, милики, лича. КДЦ. Дай духа на краю. КДЦ с обрыва прыгает. Иди лича к этому. Духи все к трону за квадратом. Бейте лича. Смотрим. Не Машека. Отошли. Ставишь, понимаешь, это не работает. Дайте, встаньте в квадрат. Нахуя вы их кидаете, дух, от вас просят? Комнату. За квадратом бегаем. Стали квадрат. Сразу за угол. Стоим тут. Падает по стеночке, идем, стоим тут. Сразу за угол. Стали тут. Равин, почему твой вурдалак впереди? Че это за фигня? Стали тут. Пробежали, стали тут. Я бы сказал, он тупой. Какие-то впереди ветки бегают. Стоим, бьем лича, идем все к порталу. К порталу. Смотрим. Крисень. Да блять, иди уже отсюда. Придется
последняя комната, бегаем за квадратом, выйдем, пойдем все к порталу. Встали у квадрата. Тирен, не надо делать то, что не надо делать. Дальше за угол забежал, стоим тут. Стоим тут. Двинулись дальше, стали тут. Бежали сразу за угол, забежали. Дайте сак. Так, просто так. Встаньте тут. Здесь бомба падает впереди, бежим. За угол сразу. Все. Убивайте лича, всех порталов, осквернение. Осквернение на вареньке. Бьем лича. Че оно не растет? Отлично. А сколько прошло времени? Вообще, да, мы не вайпались нигде. Час 59. Час 54. Который я воздвиг перед вами. Доп ЕП, я офигею. Вчера тоже могло быть доп ЕП. Какой-то тупой. Два раза подряд, блядь, заблевал на гнилом весь рейд. А, да, кстати. Это пиздец. Я так и не понял, кто он. Там или Апис, или Ахламончик. Ну, кто-то из Софна. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которые... Я просто хуй знал. Второй раз там чисто из-за того, что Белин стаунтил босса. И все как стадо побежали за боссом, за этим, блядь. Как будто, блядь, меча водят, они за ним бегают. Какие условия? 750 ЕП было? 20% от второго места. 20% это сколько? Нет, там минус 9 лямов надо отнять. Там 15% получается, 15.075. Да какой кролищ, вот смотрите, как линковать надо. Вот, блядь, 16.900. Мне по душе. Ребят, только с лича. На лям меньше. Лича, чем последнее благословение. Дай мне силу. Разбить. Это маг вообще за весь инст. Это не гните, блядь. За весь инст. Не знаю, блядь. Я только что. Слушай, за весь инст были, а не за лича. Смотрите, кто ниже Джанси, вот те, короче, не знаю, как вас назвать, это просто жесть. Танки. Слипи, фибрилляция. Ну, типа, слипи, фибрилляция, это как бы дамагер. Фибрилляция, хилон, почти все что. Что, она спекнула с хилом и шла в хилом? Я думал только на одном, на двух боссах. Она и чунку, фул чунку, фул совет в хилинга. А чё там кабинация? Зачем? Я просил только на... Блин, где она была? Хилом. Какую-то премию танком взял. Я метку потом забрал. Танки ни разу не сдохли, давай премию. Танки в натуре чёткие. Надо посмотреть видос Войда, потому что видос не снимаю. На буллер, давай. Единственное, что я могу вам сказать, ток должен танчить всегда протопал, что когда лич переходит и просто 0 шортерей, 0. Танкование, ну, происходит 1-2-1. Один танк, 2 вурдалака и шаркарь. И тогда вы заходите на платформу и у вас 0 шаркарей. Все. Как-нибудь сделаю протопал, и я опровергну эту теорию. Как, если ты нагреешь дофига трэша, то ты зайдешь с двумя шаркарами. Не-не-не, я буду два мелких, один большой и сам. Меня опять выкинуло, это не из-за иске, это какая-то так хуйня. Я забираю вообще всех, все сколько могу забрать, и тоже они дохнут всегда. Так, смотрим. Эргрей. Поражала на притвориться мертвым на леди.
А что с личом? Что триггер? Ты можно притвориться мертвым два раза на лича. Это же зависит еще от того, как чуму выносит. А, да, еще от чумы зависит. Аркус. Ты на оф ролишь, слепи? Рольте на оф Аркус, если чё. Так понял, слепи на оф ролит. 71 Аркус. На оф надо кому? Я понял. У тебя глюки там один геровский токен. Поводья непобедимого. Плюсаните, у кого нету коня в рейде сейчас. Кирен, Машека, Насанёк, коня. У этого игрока нет места. Подожди. Давай. Что ты вечно тягаешь в своих сумках, что там места нету? А вот не скажу тебе, блядь. Тройте покорите. Да это на всякий серый мусор. Не-не-не, вот. Не-не-не. Стак фласок сейчас выкинул, чтоб коня взять. Не, выкинул кожу, которую с прелести снял. Олег, ты тут ренивал? Практически, нет. Чё, Олег, настало твое время, короче. Что, можно токен? Даю, я ищу тебе. Ага, спасибо. Что я себе сколько точек дал ранее? Как бонус. Погнали. Заходите на ИП. Тяни ИП, что? А чё, он на моих духов здесь допад давал? Угу, там в комнате духи плохо делись. Ну так себе, значит. Не тебя... понимаю, честно.